аэропорту собака вырвалась из рук хозяйки и бросилась к незнакомцу. Корги – очень милая и добрая порода пастушьих собак. Впервые они появились в Уэльсе. По легенде, людям их подарили феи, которые использовали песиков как ездовых. Кстати, эта порода – самая любимая у королевы Елизаветы II. Очень нравились эти собаки и девушке по имени Мэдисон Палм из Соединенных Штатов. Однажды она увидела объявление о том, что хозяин бесплатно отдает своего 7-летнего корги. Даже несмотря на то, что собака была в другом городе, девушка решила ее забрать. Когда Палм пришла по адресу, где жила корги, то она очень поразилась. Во дворе дома были гружены каркасы от старых автомобилей, вокруг которых бегали наполовину одичавшие собаки, а запах во дворе был как на свалке. Нашла Мэдисон и корги. Немытый хозяин сказал, что зовут собаку Кора. Он особенно ею не занимался, прививали корги только раз. Каждую течку она приносила приплод из 7-8 щенков. Собака была грязной и голодной. Кормилась собака где придется. Часто ее миской был мусорный бак, где она доставала какие-то огрызки. Однако уходить Кора не хотела. Девушке даже пришлось взять ее на руки и долго нести, чтобы она не убежала обратно. В гостинице Палм отмыла и накормила собаку. Затем она собралась и поехала в аэропорт. Вот здесь и приключилось самое интересное. Новая хозяйка переживала, что корги будет недоверчивой и может даже дикой. Однако все оказалось наоборот. Мэдисон и Кора сидели в зале ожидания. Вдруг собака сорвалась с места и побежала к мужчине, который сидел напротив. Собака села возле него и стала внимательно смотреть. Незнакомец оторвал свой взгляд от ноутбука и посмотрел на собаку. Когда Палм подошла забрать Кору, она увидела, что у мужчины на глазах слезы. Оказалось, он недавно потерял собаку. Эта корги напомнила его питомца. Немного поиграв с Корой, он ожил и стал улыбаться. Мужчина на память сфотографировал собаку. Он поблагодарил Мэдисон за то, что она позволила ему пообщаться с собакой. Позднее Палм заметила, что у Коры уникальный талант. Она умеет помогать людям. Эта корги может развеселить даже самого грустного человека. Несмотря на то, что собака всю жизнь жила в ужасных условиях, она сохранила добродушие, которым она делится с другими. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много и...